только все знакомо, она с Никитой от 7 до 8 лет, как она утверждает. А кто начал драку первым? Смотрите, она ее не видела, эту драку, от начала. То есть я ее спрашивал, она видела только тогда, когда Дмитрий наносил удар последний уже Никите в челюсть. Почему так получилось, что какой-то там молодой человек, друг этого Никиты, сказал, что сейчас этот Никита там твоего парня будет убивать, и она побежала уже потом